эфире новости «Дагестан» в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Дом образцового содержания. Такая табличка теперь будет красоваться на стене одной из многоэтажек Каспийска. Высокие технологии с ранних лет. В гимназии номер 8 города Махачкалы теперь будут проходить так называемые VR-уроки. Историческая победа наших итальянцев. Дагестанскую любительскую команду «Наполи» чествовали в региональном Минспорте. Знак «Дом образцового содержания» будет теперь красоваться на стене многоэтажки под номером 31 в Каспийске на улице Кавказской. Каспийск стал победителем в общероссийском конкурсе «Лучший дом, лучший двор» в номинации «Самый лучший двор». Отметим, что в голосовании приняли участие 127 тысяч респондентов на территории всей страны. Поздравить жильцов и управляющую компанию «Арсикомфорт» с этим событием пришли глава города Борис Гонцов, главный жилищный инспектор Дагестана Сергей Костьянов, руководитель партийного проекта Хиби Алиев и другие официальные лица. Они вместе с жителями дома высадили 21 дерево по числу лет со дня основания Всероссийской партии «Единая Россия», которая и была инициатором проведения этого конкурса. Отрадно, приятно, что здесь очень прекрасное настроение у людей, действительно праздничное настроение. На федеральном уровне в таком номинации занимать первое место, я думаю, это дорого стоит. Это видят, что как люди вместе с управляющим компанией в единстве выстраивают свою работу, чтобы люди жили хорошо, им было хорошо. Органы мест самоуправления, городская власть, городская дума направлены их действия и партии в целом именно на улучшение жизни людей. Я также хочу поблагодарить всех каспичан за активное участие. Хочу сказать слова благодарности и большое спасибо. Вовлеченность ваша в данный проект приведет не только к конкуренции, но и повысить качество, безопасность и уровень проживания всех каспичан и всех жителей Республики Дагестан. Спасибо. Тем временем завершается ремонт и на улице Хивская в Махачкале. Реконструкция проводится в рамках проекта «Мой Дагестан, мои дороги». Протяженность улицы составляет более 300 метров. Все ремонтно-восстановительные мероприятия были проведены в установленные сроки, несмотря на погодные условия, которые временами препятствовали работе. На сегодняшний день уже проведены работы по укладке тротуарной зоны, а также подготовлено основание и идет укладка асфальтобетона. Еще один объект, который проинспектировал новоназначенный мэр Махачкалы Резван Газимагомедов – подземный переход к городскому пляжу. В рамках комплексного благоустройства городских территорий в этом году администрация Махачкалы проводит его реконструкцию. Кроме того, на территории Родопского бульвара, на участке от Кумыкского театра до улицы Ливаневского, будет установлено и уличное освещение. В ходе осмотра городского пляжа Резван Газимагомедов побеседовал со старожилами, которые ежедневно посещают набережную. Все сухие деревья, видите, их надо все убрать. Надо. Если это вы хотите, да, чтобы этот пляж, да, пляж, да, чтобы у вас был красивый, вот эти деревья... Все. Нет, пляж шло у вас или у нас? У нас. Вот так. Да, вот у вас. Все деревья, они все гнилые, их надо убрать. Это вопроса нет, это абсолютно правильно, это да. И все. Маленькая такая просьба, вот этот наш озон сохранить. Если он красивее станет, вы не против? Не против. Нет. Да, не да. По итогам обхода заместителю Бахтияру Улаеву дано поручение провести инвентаризацию всех несанкционированных торговых объектов на Родопском бульваре, в городском саду и сквере имени Сулеймана Стальского. Также будут проверены все разрешительные документы на строительство, выданные за последние 2 месяца. Вот это будда, квартиры, кафе, пристроек, все остановите, пока не ревизировали. У всех документы проверить, прямо сейчас останут. И все стройки проверьте, дайте мне это реестр, последний месяц-два, что дали. Ни одна стройка сейчас без ревизии не пойдет, хорошо? Виртуальная реальность пришла в столичные школы. В гимназии номер 8 города Махачкалы в учебный процесс решили внести разнообразие. И теперь в стенах школы будут проходить так называемые VR-уроки. Экран собственного смартфона, в 2 клика скачанное приложение, специальные очки, и вы оказываетесь в пространстве, в котором не смогли бы оказаться за минуту, а может быть и за всю жизнь. Учебное заведение стало одним из первых в городе, где закуплено и установлено VR-оборудование и программное обеспечение. Не уйдут они сами потом в виртуальный мир? Нет. Вот я говорю, это опасность есть.
Это вот метавселенную, которую Сбербанк рекламирует очень сильно. Нет, это немного другое. Да, это такой познавательный форум, это хорошо. Конечно. А потом, если дальше идти, вот в ту мету лучше двойников не делать. Нет, чтобы нет, они не отрывали. Да, контент, вот это все да. Все лицензионное, все проверено. Все... Через Минобр прошедший. Конечно. Да. Новейшие технологии сегодня внедряются практически во все сферы жизнедеятельности. Их применяют теперь и в школах, что делает учебный процесс интересным и увлекательным. Современное оборудование появилось и в образовательном учреждении «Ватан». Подробнее расскажет Карим Гамаев. Высокие технологии с юных лет, цифровые лаборатории, робототехника и портативные компьютеры – все это стало доступным для учащихся общеобразовательной школы «Ватан». На сегодняшний день в нашей школе обучается свыше 800 детей. Данное оборудование, которое было нам поставлено, было встречено детьми очень с большим интересом. Они активно довольно-таки приступили к изучению образовательного процесса. Вообще хочется сказать, что в целях развития образовательного процесса в текущем году нами реализуется проект по внедрению цифровых лабораторий для обучения естественным наукам при помощи, при использовании современных цифровых датчиков, микроскопов, портативных компьютеров и другого экспериментального оборудования. Вместе с тем, для развития технологического процесса, освоения логики, базовых навыков программирования у детей, обучающихся в группах также дошкольного образования, начального и среднего образования, внедряются расширенные наборы по робототехнике, различные лаборатории, такие как хрустальные лаборатории, видеолаборатории, умные теплицы, STEM-наборы и другие образовательные комплекты. Современное оборудование стоимостью более 6 миллионов рублей приобретено благодаря помощи мецената в лице компании «Высокие технологии». Надо отметить, что компания не первый год уже занимается поставкой и оснащением общеобразовательных учреждений подобными лабораторными комплексами, системами робототехники. И, соответственно, наша компания, понимая тот тренд, который задает правительство Российской Федерации, правительство нашей республики, приняло такое решение оснастить данную школу, так как данная школа не была ранее оснащена подобным оборудованием. Было принято вот такое решение оснастить данную школу лабораторными комплексами для изучения, для проведения лабораторных исследований, для изучения детьми робототехники, языков программирования, систем программирования, методов программирования. Очень хотелось сделать так, чтобы наши дети могли заниматься обучением с использованием современных средств и инструментов обучения в современных школах, оснащенных по современным стандартам. Как отмечают сами преподаватели школы, теперь учебный процесс в школе будет проходить, что называется, по-современному. Оборудование очень хорошее, очень практичное, доступное. Появилась возможность детям на каждом столе выполнять лабораторные работы по всем разделам физики. Также у нас дополнительно там имеется исследовательский комплекс. Уже это исходит из того, как захотят дети организовать либо их кружковую работу. Если будет заинтересованность, можно и исследовательскую работу провести. А также расширяет возможности преподавателя наглядно показывать, демонстрировать какие-либо опыты, эксперименты, все, что происходит, объяснять материал становится гораздо легче и детям нагляднее, что улучшает усваиваемость материала. Для внедрения нового оборудования в учебный процесс были приглашены специалисты из Москвы. Они окажут консультативную помощь в обучении как преподавателям, так и ученикам. Карим Гамаев, Магомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. Завершена реконструкция дороги в Анашимахе, Нижние Мулюпки. Протяженность участка 11 километров. Она обеспечивает транспортные связи более 10 населенных пунктов района с райцентром Сергакала. Связывает отрезок пути нескольких населенных пунктов Левашинского и Акушинского районов. В рамках реконструкции проведены работы по уширению земляного полотна дороги, устроены водоотводные трубы и укреплены кювета, а также отремонтирован один мост. «Доброе сердце» – мероприятие под таким названием прошло в историческом парке «Россия. Моя история». Оно было приурочено к Международному дню людей с ограниченными возможностями, который в России по традиции отмечается 3 декабря.
Организаторы подготовили для гостей развлекательную программу с выступлением аниматоров, интересными концертными номерами и сладкими угощениями. Такие мероприятия нужны нашему обществу, о том, чтобы говорить, что есть такие особенные дети и люди, которым нужна помощь. Хочу делать добро для особенных деток. Вот, мотивируют улыбки особенных деток, особенных людей. Хочется помогать им и быть всегда рядом. Мероприятие наряду с родителями особенных детей посетили также и официальные лица республиканской власти. Я хочу в первую очередь сказать спасибо родителям этих детей за ту доброту, которую они дают своим детям, за то, что они воспитывают их, за то, что они занимаются 24 часа в сутки своими детьми. За это огромное слово благодарности. Детям я хочу пожелать здоровья, чтобы вы не чувствовали себя вне общества. Вы были вмонтированы в наше общество и абсолютно вы внутри себя не чувствуете, вы другие. Второй тур республиканского конкурса «Золотые правила нравственности» завершился участием студентов высших учебных заведений республики. 12 команд по 5 человек соревновались в интеллектуальном онлайн-опросе «Игра с умом». Первый этап конкурса проходил в тестовом формате, чтобы охватить большее количество людей. Второй тур уже у нас проходит в виде интеллектуального квиза «Игра с умом» в таком формате. Цель – это улучшение молодежи, улучшение нашего общества. Потому что очень много отзывов есть положительных о этой книге, какой бы же она несет. Можно сказать, я прям обрел, можно сказать, спокойствие, смиренность. И самое главное, что такое нафс, я понял, как с ним бороться. И я думаю, каждый здесь, кто участвовал, эта книга принесла пользу каждому. Я думаю, это мероприятие полезно в том, что оно дает как бы толчок и дает каждому вспомнить, для чего он был создан, и толчок, чтобы дальше каждый из нас, кто участвовал, не только просто он выучил, выиграл и дальше пошел, забыл про это, а вот следовал всем этим правилам. Вот. Я думаю, эта книга полезна, очень полезная. У нас была дружелюбная команда. У меня попались вопросы, в которых я был 100% уверен. Я думаю, это железная победа. Лучшие 10 команд выступят в финале конкурса, где им предстоит показать свои творческие способности. Организатором мероприятия выступает Муфтия Дагестана при поддержке Миннаца и Минобра региона. Победителей и призеров наградят памятными подарками и денежными премиями. И о спорте. Футбольную команду «Наполи» чествовали в региональном Минспорта. Саджид Сажидов встретился с футболистами и тренерами клуба, который впервые в истории дагестанского спорта выиграл чемпионат России в формате 8-8. Турнир под эгидой Российского футбольного союза проходил в начале ноября в Сочи. Участие в нем приняли 58 команд. В решающей игре дружина из Дагестана была сильнее клуба из Ростова-на-Дону. Саджид Сажидов вручил футболистам ведомственные награды за вклад в развитие физической культуры и спорта. Поздравляя команду, глава спортивного ведомства назвал эту игру исторической. Также министр выслушал пожелания футболистов и пообещал всяческое содействие в решении проблемных вопросов. Я смотрел матчи. Не все, конечно, подряд, но смотрел анонс, потом читал комментарии и так далее. А что хочу? Хочу вас поздравить вас с таким историческим результатом, выступлением, поздравить тренеров, поздравить тех людей, которые рядом помогают в этом деле для количественного развития спорта, именно этого вида футбола 8-8. Как это большое дело, большой проект. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Добрых вам новостей и до встречи!